Житель города Оренбурга, находясь в магазине «Красно-белое», тайно похитил алкогольную продукцию на сумму 5000 рублей. Был установлен сотрудником службы безопасности при просмотре камер видеонаблюдения, после чего сотрудникам безопасности на место была вызвана следственная оперативная группа. В тот момент, когда сотрудники полиции находились в магазине, злоумышленник в очередной раз пришел с целью хищения алкоголя, но был задержан. В отношении данного молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса.